отель Пинта Розарио Сквер Ресорт энд Спа категории 4 звезды. Расположен в северном Гоа, в 12 километрах от пляжей Бага, Кандалим и Калангут. Рядом практически ничего нет, кроме местных поселений, леса и пары кафе, не говоря уже о развитой туристической инфраструктуре. Для комфортного проживания рекомендуется арендовать транспорт для перемещения. Отель Пинта Розарио состоит из двухэтажных вилл. Территория очень большая, ухоженная и красивая. Есть бассейн, выдают полотенца для бассейна. Есть спа и тренажерный зал. Русскоговорящего персонала нет. Развлекательных программ тоже нет. Есть аренда велосипедов за 300 рупий в день. Есть также бесплатный Wi-Fi на всей территории отеля и в номерах. Для детей только детская зона в бассейне и игровая площадка. Есть ресторан, в котором организуют завтрак и питание по меню. Это цены на питание. Завтраки достойны для 4 звезд. В отеле Пинта Розарио есть виллы. Делюкс на 3 спальни, премиум на 3 и 4 спальни. А также есть вилла со своим бассейном. Есть возможность покупки не целой виллы, а только одной спальни. Тогда будет доступ к общей кухне. Сейчас вилла премиум. Каждая комната имеет свой санузел с душем. Установлены 2 односпальные или 1 двуспальная кровать. Во всех комнатах есть телевизор, кондиционер, вентилятор, шкафы, сейфы выдают по заезду, холодильник, 2 бутылки воды, фен. В каждой вилле есть кухонная зона. Сейчас она вся пустует, но по заезду ее наполняют всем необходимым. Стоимость номера премиум примерно 3600 рупий в сутки, что вполне очень низко для такого отеля. На втором этаже расположены еще 2 спальни. Каждая спальня имеет свой санузел. Также в каждой спальне на втором этаже есть огромные балконы. До любого пляжа отель организует трансфер 3 раза в день. Выдаются пляжные полотенца за 50 рупий в день. Отель подойдет для качественного семейного отдыха вдали от шума и моря. Плюсы отеля Пинта Розарио. Это новый качественный отель. Невысокая цена проживания для отеля 4 звезды. Красивая и зеленая территория. Отличное питание и высокий уровень сервиса. Минусы отеля. Для русского туриста находится очень далеко от моря. Рядом ничего нет. Делюкс состоит из общей зоны на первом этаже, ванной комнаты, кухонная зона, а на втором этаже расположены 3 спальни, 1 спальня со своим санузлом и 2 спальни с
с общим санузлом. Комнаты будут меньше, чем в вилле премиум. Оснащение такое же.